доброе утро, ребята. Я забацала себе завтрак. Такие вот Доброе утро! Булочка. Разделила ее на две части, разрезала, намазала паштетом, листья салата и тонко нарезанная редиска. Это очень вкусно. И сейчас у меня набирается вода в чайник. И будет вкусный чай. А еще тут сидит Пуся. Пуся. Просто всем приятного аппетита. Ребят, знаете, чем я занимаюсь? Я в магазине наконец-таки нашла прикольные ручки той цветовой гаммы, которая нам нужна была на свадьбу. Я хотела зона, где будут все писать пожелания. Я хотела ручки белого цвета, чтобы полностью были белые. Но я полностью белые не нашла, нашла вот такие вот голубые и розовые. И вот сейчас мне нужно с каждой ручки, я купила 3 розовых, мне кажется, достаточно, и 3 таких вот голубых. Теперь мне нужно вот эту этикетку, она, слава богу, хорошо отклеивается. Нужно отклеить от всех ручек. Пока Ваня в душе, сейчас он выйдет, у меня как раз высохнут волосы, и мы будем снимать видео на Sweet Home. О, видите, как хорошо снимается. И теперь вот такая вот красивая ручка. Вот, я все подготавливаю, то, что нам нужно отвезти в ресторан. Вот, поэтому нужно, чтобы все было на месте. Так, ладно, займусь этим делом скучным, отклеиваю этикетки. Самое интересное и самое, кстати, классное, что отклеив эту этикетку, не остается никакой липкости на ручке. То есть она вот просто пластиковая становится. Это здорово. Потому что есть такие наклейки, которые снимаешь, они потом оставляют липкий слой, и нужно мыть, там, не знаю, каким-нибудь ацетоном или этим спиртом, чтобы стереть все. А это классно, кстати, такие вот ручки. Ой, так, кстати, пока с вами базикала, 2 ручки осталось. На самом деле, блин, свадьба 14 числа, осталось меньше 2 недель. И бля, немножечко начинает мандражить. Совсем малость. Вот, но все равно кажется, что еще есть время, еще долго. Ну, а на самом деле очень-очень близко это все. Дата это очень... Ой, скоро уже наступит. Блин, мандраж такой. Уф. Ой, надо еще в понедельник. Еще кучу дел нужно сделать. В понедельник нужно мне пойти заказать макароны и заказать кексы. Вот. Поэтому дело еще на самом деле куча целая. Все. Ручки готовы. Эти ручки, кстати, ну, я подставку вот уже убрала в коробку. У меня есть такая прозрачная подставочка, и в ней будут такие вот ручки стоять. Отлично. Так что супер! Практически все готово. И сегодня у меня, кстати, вот такой вот аутфит. Моя футболочка, которую купили недавно. Ну и мои шорты, которым 100 лет в обед. Такая вот синенькая вся. В синем, шорты синие, футболка синяя. И хочу собрать волосы в кучу, хочу заплести вот так вот 2 колоска и сделать пучок. Сейчас волосы немножко высохнут, потому что еще немного мокрые, влажные, и займусь причесочкой. Смотрите, какие крутые попугаи лежат у нас тут в морозилке, замораживаются. Как вы уже поняли, да, мы уже с Ваней отсняли видео и поставили мороженое замораживаться. И Ваня сейчас сел, сразу же начинает обработку звука. Это отдельно. Я, кстати, не стала заморачиваться с колосками и сделала вот такие вот штуки, типа жгутиков. Че, надо обедать? Будем обедать? Видели бы вы его глаза. Обедать 6 часов вечера, это прекрасно. Ну. И, кстати, мороженку честно. Что ты сделал? Уже не. Кого? Мороженку вчерашнюю доел. Очень вкусно. Которая Сора. Которая вышла на Sweet Home. Давай, я помою штучку эту. Видишь, я тебе в ноги дал. На руки не газ. Я тут готовлю обед. У нас на обед будет рис,
Он у меня тут настаивается, стоит уже, сварился, я газ выключила, вот под крышкой его держу, пока готовится соус. Соус у меня здесь нарезанные цукини кубиками, чеснок, креветки, много всяких разных вкусных специй и сливки. И совсем немножко, наверное, чайная ложка оливкового масла, я на нем обжаривала чесночок. Так что соус мой тоже практически готов, точнее он готов, его можно выключать. И да, сейчас я буду все это сервировать и будем с Ваней кушать. И подавать все это я буду таким вот образом. Я по краям тарелки сделала листья салата, потом в центр положила рис и сверху соус. Вот, Ваня на мое. Так что будем кушать. Всем приятнейшего аппетита, зай. Обед ждет. Пусянька, освободишь мне стул, пожалуйста? Я на него сяду, можно? Можно? Я одним словом клуша, потому что я снимала видео о своих сумках. Клуша, да. Я снимала видео о своих сумках и обнаружила, что я не записала звук. А звук с камеры, он очень плохой, и мы пользуемся вот этой штуковиной, и вот она хорошо записывает звук. И, короче, я не увидела, что на карте не осталось памяти. И, в общем, рассказывала. Сейчас я посмотрела на ноутбуке и поняла, что видео на смарку, потому что звука нет. Поэтому я сегодня это видео пересняла на другом фоне, в другой одежде. Но я это сделала, я молодец. И сегодня я, наверное, его смонтирую, этот видосик. И скоро он уже будет на бьюти-канале. Сейчас буду убираться, потому что я тут хаоса развела такого нехиленького. Сейчас буду заворачивать фон. Как видите, я снимала на фоне кирпичном. И заодно вы увидите, как мы все убираем. Фоны в основном мы все прикрепили к трубкам. Очень удобно их хранить таким образом и пользоваться. Оперативно. А? Очень оперативно получается. Да, очень оперативно, быстро. Ваня там проиграл, что ли? Вот, теперь убираю вот эту вот черную трубу. Ой. Все нормально. Это фон с трубой упал. Вот, все. И теперь это можно убирать. Мы, кстати, не все фоны наши приклеили к трубам. Мы трубы купили, а этого ничего не сделали. Да, нужно заняться, потому что, смотрите, вот этот угол, это все фоны, и надо некоторые из них приклеить вот таким вот трубкам. Тогда очень удобно хранить. У нас даже есть зеленый фон, но он даже, мы его еще даже не доставали. А на этом фоне я уже снимала, но его нужно тоже закрутить, и чтобы он в таком вот состоянии закрученном хранился. Теперь нужно убрать все сумки, нужно убрать эту гладильную доску и шарики. Можно их, кстати, уже выкинуть. Они уже надуваются, так что пойдет на помойку. Вот эта заветная коробка, в которой лежит все для свадьбы. И вот сюда я хочу поставить на свадьбе ручки. Вот так они будут стоять. Такие ручки. Так, это все убираем. И также вот это тоже убираем в эту коробку. И еще нужно докупить вот такую вот тюль красивую. И вот эта коробка тоже на свадьбу. Блин, достать достала, а теперь положить. Ладно. Ну а пока что эти две коробки украшают розовая коробочка и подарок от Lancome. В комментариях у меня спрашивали, буду ли я переделывать маникюр, или же я на свадьбу останусь с этими с сине-желтыми. Конечно, я буду переделывать, я уже записалась, так что да, будет другой маникюр, буду делать французский с каким-то дизайном, с какими-то элементами.
Я так посидела, в Инстаграм поискала различные макияжи, боже, я уже что-то так заговариваюсь. Различные маникюры показала своему мастеру, ну посмотрим, что у нас получится. А так, конечно, я буду переделывать, потому что там на свадьбу с синими ногтями. Ну это смотря какая свадьба, если, ну как бы, кому как, это очень индивидуально. Что-то я сегодня столько всего сделала. Что-то аж мне прям как-то это, не по себе. Думаю, может кофе попить? Вообще, мысль у тебя прекрасная. Прекрасная? Ладно, пойду сделаю, значит, кофе. Ой, смотрите, кто это тут? Кто это тут возле сумок лег и замерла? Пуся, ты чё? Прячется? Нет, легла возле сумок. Ты тыркни в этот. Или, может, аккуратно? Жарко. Не открою, пусть охладится. А, кстати, фотка. Это общая за фотография? Ваня забрал, да, фотку с универа. Ты ее тоже не видела. Да. А ты видела ее? Конечно. А, ну тебе, наверное, показали, да? Да. Сейчас открой. Посмотрим. Они там заклеили. Ага. Ой! Ух ты! Смотри. Найдешь меня там? Смотрите, какая классная фотка. Да, я знаю, где ты. Вот ты. Здорово как! Все учителя ваши, не, да? Не все. Не все? Нет. Это ваши координаторы, да? Всякие разные. Ну, как бы... Ну, не знаю, почему там не все учителя. Чё? Ну, слушай, здорово как. Сейчас, ребят, покажу. Опа. Вот. Такая вот огромная фотография. Что с ней делать теперь? Ну, вообще, как бы в рамку ее ставят. Ты хочешь ее поставить в рамку? Нет. Ну, тогда я ее закручиваю обратно. Как видите, у нас ничего не меняется. Ваня все так же сидит и играет. И, небось, гол забил. Я не забил. За окном темнеет, а я смонтировала видос и поставила его выводиться. И он будет выводиться 49 минут. Камера даже не хочет на этом деле все фокусироваться. Вот, да, 49 минут. Я смонтировала видео про сумки. Я решила, чё фигней страдать, а? Села и смонтировала. Я молодец. Нормально, вообще. Сейчас это выведется, и я еще и смонтирую мороженое. Кстати, я сейчас его проверю. Вдруг оно заморозилось. Так что сегодня, ребят, вот такой вот день. Съемки, монтаж, съемки, монтаж, съемки, монтаж. Вот так и живем. Мы дорвались. Да. Мы дорвались. Но сверху оно еще не совсем заморозилось. Оно сильнее замерзнет? Ну, по идее, должно. Ну, вообще, вроде оно твердое. Чё, попробовать достать одну? Или не надо? Не-не. Не надо? Надо, пусть еще стоят. Ладно, тогда завтра утром или ночью. Да ночью можно? Ночью, да. Потому что сейчас только начало 10 всего лишь. Ой, так. Что будем делать? Что поделать? Что поделать? Зая, что делать? Не знаю, жить. Жить? И не то жить. Жить и не то жить. Вот что мы будем делать. Я знаю, что мы будем делать. Мы сегодня с тобой... Сейчас ты доиграешь матч, и мы сядем и с тобой будем выбирать музыку для нашей свадьбы. Потому что послезавтра нам на встречу с диджеем, и мы должны ему сказать, что мы хотим, какую музыку мы хотим. Думаешь, уже когда мы к нему приедем, мы должны будем это сказать? Естественно. А потом, когда ты ее будешь искать? Потом приедет куча родственников, друзей, потом съемки, вот монтаж. Вот они как раз нам скажут, что за музыку. Не скидывай на других свои обязанности. Такая вот я. Ну брови ее сегодня намалювала. Включили радио. Да, радио шикарно, шикарно. Радио это отлично. Хочешь погрустнее или там поклассичнее? Погрустнее. Погрустнее. Ой, ладно.
посижу на диване. Ребята, Ваня съел все мороженое. Целую банку. Ты всю банку мороженого съел. Я думаю, оставить и завтра доесть. Что-то можно оставить. Тут Ваня кусочек. Что за... Ой-ё. Тебе же жидненькое. Спасибо. Вот это мороженое, оно офигенское. Именно вот это. Мы его второй раз уже покупаем. Оно в суперкоре продается. С черной смородиной. Очень вкусное. Посмотрели фильмец. И отправляемся сейчас на боковую. Да? Ты монтируешь влог. Угу. Реснички. Вкусно мороженое? Очень вкусно. Пока его Катя все не съела. Пока ты его весь не, и все не съел. Все видели, как ты его съел. Все видели, как ты его съел. Ой. Че, на. Я вижу, что я снимаю. Че морда лица такая довольная? Я объелся. Сколько времени? Не знаю, держи. И час. Держи. Хочешь киви? Нет, киви нельзя. Завтра будем снимать. Крутой арбуз. Как тут поживают? О! Затвердели? Вот, теперь они замерзли. А, ну о, все, значит, завтра их будем доснимем. Все, они полностью заморозились. Не трогай, сейчас все поломаешь, я тебя знаю. Ты любительница все поломать. Завтра утром будем доснимать. Ну как утром, днем? Ну да, утром у нас это в 11 часов дня. Утром мы спим и пьем кофе. И ничего не делаем. Ладно, а вот во вторую половину дня начинаем что-то делать. Да. Ладно, ребят, все, я сплю. Подожди. Всем спокойно. Ночи. Все, всем спокойной ночи, всем пока-пока.